ресторан. Ну, сейчас уже не ресторан, ресторан принесли уже новый. Он выхватил у него сумку, ну, говорит, хоть шоколадка там. Думал, что будет кушать что-нибудь, да? Вот. Ну и как рванул, а потом глянул, ну, самоволки же был, ну, принес. Оказалось, карту там, ну, что-то стоящее. И Митька был в разведке официально потом. Мельницу разбомбили на Каче, на речке. Ну что, надо было бомбить, кушать-то хочется. А пока никого не трогали, что они отсюда, вот с наших гор ходили, железную дорогу подрывать. Да он пока дойдет и голову умрет. Уже назад сильно вернется. Сейчас только могут. Где тут? Ну тут и они оборудовались, им можно было бы сейчас еще до сих пор не уезжать с леса. И печки в них, в землянках, все в них тут было, как же. Ой, я тут была несколько лет назад, там уже только земли, только ямы поставили. Ну ямы, все, да, и тут, уже это, все растащили. Слышишь, Бекир, этот филипенок где-то вот тут, в этом месте эту руку ему оторвало. Там на стоянке это запало гранаты. Нет, нашли. Не на чайнике? Вот тут. Здесь это? Да. Они пошли на стоянке, набрали всякой гадости. С Иваном. Ага. И тут ковырялось, и один палец такой остался. Так, кто-то слышал. А где у них землянки? Тут где-то недалеко? Наташа, вот туда, с полкилометра. Метров 600. Он, смотри, дном цепляет. По левому борту ручья.